Не успели все привыкнуть к необычному словосочетанию «дизельный Бентли», как британские конструкторы подготовили новый сюрприз. Знакомьтесь, перед вами электрокар XP12 Speed 6E. Что же означают эти аббревиатуры и цифры в названии? Разбираемся. XP — это сокращенно от английского «experimental», что в переводе означает «экспериментальный» или, другими словами, «концептуальный». Цифра 12 в полном названии модели также появилась неспроста. Это порядковый номер. Bentley XP12 6E — это 12-й концептуальный автомобиль, выпущенный начиная с 1919 года. Speed 6 означает рядный шестицилиндровый двигатель. Ну а английская буква «E» в самом конце названия появилась, понятно, от английского слова «electric», ведь сегодня все и вся становится электрическим. Внешний кузов напоминает спортивный автомобиль. Короткие передние свесы, длинный капот и широкий задний бампер — все детали придают XP12 Speed 6E вид высокоскоростного автомобиля. Под изысканной матричной решеткой, выполненной из нержавеющей стали, красуется подсвеченная цифра 6. Двойной воздухозаборник на капоте способствует снижению температуры батареи двигателя автомобиля, благодаря чему нет потребности в дополнительной технологии охлаждения. Как заявляют сами дизайнеры экстерьера, на создание XP12 их вдохновила современная архитектура, фюзеляжи самолетов и геометрия мира природы. Зайдем внутрь. На центральной консоли концепт-кара расположился изогнутый сенсорный OLED-дисплей. Именно с помощью него водитель управляет развлекательным комплексом, климат-установкой, навигатором и, в принципе, всеми бортовыми системами. Салон автомобиля британцы решили сделать из натуральной кожи. На дверцах можно заметить медные вставки. Конечно, в первую очередь в глаза бросается отделка из натуральной древесины. Примечательной деталью дизайна является отсутствие боковых зеркал. Вместо них установлены камеры. Ну а изображения с этих самых камер передаются на приборную панель. Этот автомобиль соединил в себе и роскошь, и скорость. Это то, чего ждут от нас сегодня наши потенциальные водители. В эксклюзивном интервью «Автопанорамы» рассказывает Штефан Зилов, главный дизайнер «Бентли». «Мы всегда стараемся изобрести что-то новое и сделать шаг вперед. В то же время все ждут от «Бентли» именно автомобиля, а не космический корабль. Ведь все хотят видеть и понимать. Да, перед тобой «Бентли». Действительно, XP12 Speed 6E — совершенно новый формат вождения. Электрокар класса люкс может подзаряжаться беспроводным способом или при помощи традиционного подключения к электрической сети посредством кабеля. Этот авто может проехать расстояние от Лондона до Парижа или от Милана до Монако на одной подзарядке блока аккумуляторов — примерно 450-500 километров. Превратится ли этот концепт в серийный автомобиль? Завесу тайны приоткрывает Штефан Зилов. Да, этим концептом мы решили показать свои планы на будущее, показать, что сегодня мы серьезно работаем над созданием автомобилей с электрическим двигателем. Тем не менее, официальных заявлений о серийном производстве подобного открытого автомобиля руководство Bentley не делало. Британский автопроизводитель отметил лишь то, что в ближайшем будущем гибридные модификации появятся у всех его моделей. Ну а команде «Автопанорама» остается с нетерпением ждать новых роскошных творений от конструкторов Bentley. Hello, my name is Stefan Zilov. I'm a design director of Bentley, and we are here at the Geneva Motor Show, Privitanie Autopanorama.